Привет, друзья! Меня зовут Алексей Савцов, и мы находимся в одном из цехов технического центра Budmaster Pro. Сегодня мы вас познакомим с еще одним интересным проектом на базе моторной лодки Finlau 555 Fish Pro. Данную лодку мы передали заказчику еще в начале июля, но обзор получилось записать спустя 2 месяца эксплуатации, когда лодка приехала к нам на техническое обслуживание. Ну что, давайте знакомиться! По традиции начнем обзор с носа лодки. На носовой потопчине разместился электромотор с функцией якоря Minncote Altera 24 вольта с длиной штанги 60 дюймов. Лодка будет эксплуатироваться на водоеме без течения, поэтому данная модель электромотора является достаточной для тех условий, которые нам озвучил заказчик. Но для больших водохранилищ и нижневолжского течения мы рекомендуем 36-вольтовые моторы с длиной штанги 72 дюйма. Схема расположения рундуков носовой палубы моторной лодки Finlau 555 не меняется уже целых 5 лет, в течение которых выпускается данная моторная лодка. И состоит из одного большого рундука с двумя крышками, еще одного большого рундука с одной большой крышкой, аэратора, малого рундука и технического рундука для обслуживания помп. На консоли судоводителя на специально изготовленном кастом кронштейне разместилось 2 эхолота картплоттера. Один от Hummingbird Solix 12 второго поколения, второй Garmin EchoMap Ultra диагональю 12 дюймов. А также индикатор положения вертикального лифта подвесного лодочного мотора Seastar, панель управления системой автоматического изменения Different Active Stream и кредл навигатора Garmin Montana 650. Данную лодку мы оснастили рулевым редуктором с изменением угла наклона. Управление триммом и лифтом вынесено на подрулевые переключатели Seastar. Ключ зажигания, кнопка управления питанием Master Power и кнопку включения палубного душа Johnson Pump мы объединили в единый моноблок. Магнитный компас электромотора Minncote мы разместили на пассажирской консоли. Фасады рундуков, изогнутые в 2 плоскостях, стали стандартной опцией при подготовке моторных лодок Finval в нашем техническом центре. Данная моторная лодка не стала исключением. В рундуке, который мы изготовили под пассажирской консолью, разместилась лиферная батарея емкостью 105 ампер-часов, а выше 4 зарядных устройства Victron Energy. Рундук под консолью судоводителя остался пустым, и его можно использовать по прямому назначению – хранению разного шмурдяка. Выше под консолью на специально изготовленной панели разместился блок Panoptix LiveScope, шлюз обмена данными Mercury Gateway, сеть NMEA 2000, блок предохранителей и блок Mercury Active Trim, а также альтернатор Minncote 2DC. В аккумуляторном рундуке разместились 2 литий-железофосфатные батареи емкостью 105 ампер-часов, тепловые предохранители, ключ питания электромотора. АКБ закреплены стационарной системой крепления. Также в рундуке осталось место для различных мелочей. Для датчика Garmin LVS-32 мы изготовили поворотную систему LifeMount 360. Сейчас я продемонстрирую, как она работает. Несложным движением мы поворачиваем и опускаем штангу в воду. И рукой мы можем спокойно крутить датчик на 360 градусов. Система смонтирована на кронштейн, закрепленный в степ-ас. Справа на корме моторной лодки мы установили дополнительный дисплей Garmin для удобной работы с Panoptix LiveScope. Для быстрого демонтажа картплоттера во время транспортировки мы изготовили кастом кронштейн. Слева на корме расположилась антенна с магнитным компасом Point 1. В рецессе все как обычно аккуратно скомпоновано. Троса, моторный кабель и топливопровод в оригинальной гофре Mercury. Гидравлика в защитной навивке.
Также в рецессе расположен коннектор палубного душа Johnson Pump. Справа на трансе моторной лодки расположился датчик Hummingbird XM14 и один из светильников подводного света, который смонтирован без сверления транса. Слева на трансе моторной лодки расположился датчик Garmin GT52 и второй светильник подводного света. Оптику на прицепе мы заменили на диодную. Лодка надежно зафиксирована при помощи стационарных притяжных строп под бакл G2, которые имеют механизм из нержавеющей стали. На трансе моторной лодки мы установили подвесной двигатель Mercury F150 Pro XS, который смонтирован на гидравлический подъемник от компании Seastar. Прицеп моторной лодки мы оснастили гидравлической подъемной системой HDR. Преимущество этой системы в том, что транспортировку лодки вы осуществляете при помощи ложементов, а спуск и подъем на воду при помощи роликов. Хочу отметить, что до 2020 года система полностью оцинкованная. Заказчик данного проекта привез нам очень интересное опорное колесо для прицепа, вращая ручку которого вы можете перемещать лодку по ровной поверхности, например, в гараже. Новокрасочное покрытие данного изделия оставляет желать лучшего. Всего за 2 месяца эксплуатации появилась коррозия и отслоение краски. На этом наш обзор подошел к концу. Хотите подобную инсталляцию? Обращайтесь к нам в Boatmaster Pro. С вами был Алексей Савцов. До новых встреч!